На очистные сооружения Самары круглосуточно попадает больше 600 тысяч кубических метров воды из стоков не только со всего города, но и из населенных пунктов некоторых ближайших районов области. ГОКС запустили в эксплуатацию в 1974 году, и с того времени комплекс глобально в порядок не приводился. В 2014 в рамках инвестиционной программы здесь заменяли и ремонтировали часть оборудования. Но финансирование по федеральной программе «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» позволило масштабно провести реконструкцию всего комплекса и ввести новые методы очистки сточных вод. Обновление планируют закончить в 2023 году. Модернизация городских очистных канализационных сооружений – это один из вкладов в оздоровление самой большой полноводной реки Европы. Объем работы сделан колоссальный. Мы в этом году практически получаем новый ГОКС. Готовность ГОКСа, чтобы в этом году порядка 60%, а если говорить о фактическом выполнении работ, то это порядка около 80%. Поэтому в ноябре месяце мы сдаем ГОКС полностью Государственной комиссии стройконтроля. Система очистных сооружений устроена непросто, но понять цикл можно. Все начинается с приемной камеры, куда попадают первичные стоки, сливаемые в канализацию города. Здесь в рамках реконструкции установили полностью новое оборудование и решетки тонкой очистки, которые позволяют эффективнее фильтровать воду от мусора на первом этапе. Далее стоки проходят песколовки, которые также модернизируют. Это второй этап – механическая очистка. Она заканчивается на первичных отстойниках. Затем следующий этап – биологическая очистка. Вода попадает в резервуары под названием аэротенки. Они разделены на разные зоны. Здесь жидкость помогает очищать микроорганизмы – гидробионты. Чем выше показатель качества биологической фильтрации, тем выше показатель очистки сточных вод. У нас 34 стабильных вида гидробионтов. На самом деле, конечно, гораздо больше. Там не только гидробионты, там бактерии. Но качество очистки как раз и зависит от количества видового состава. Потому что, знаете, каждый, кто-то вегетарианец, кто-то любит мясо, да, они гастрономические тоже гурманы. Вот как раз чем больше видовой состав, тем выше качество очистки. Сооружения биологической очистки сейчас модернизированы на 60%. После этого этапа стоки попадают на вторичные отстойники. Разработка уникальная, плоды трудов отечественных ученых. Резервуары диаметром в 56 метров и глубиной в 5 метров. Здесь вода уже заметно чище. В настоящее время на последнем этапе стоки обеззараживаются жидким хлором. Это химический реагент. Но благодаря нацпроекту на территории очистных уже возвели сооружение ультрафиолетового обеззараживания. Это физический безреагентный метод. Полностью исключает образование хлорорганических соединений. В результате сточная вода после прохождения всех этапов будет соответствовать требованиям мирового уровня. Завершается модернизация здесь. Ни единой молекулы хлора не попадет в матушку Волгу. Это прорыв, это блестяще. Далее, ионы. Ионы аммония, ионы нитратов, ионы нитритов и еще ряд других фосфатов, еще ряд других ингредиентов сбрасывание в Волгу уменьшается с 9 до 12 раз. Реконструкция городских очистных канализационных сооружений стала возможной благодаря средствам нацпроекта и финансированию муниципалитета, региона и инвестора. Самый современный комплекс оборудования станет надежным экологическим барьером между жизнедеятельностью города и Волгой. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События.